Сегодня в Вологодской области впервые проводится интернет-семинар для средств массовой информации, для пресс-служб, для руководителей пиар-агентств, который направлен на обучение сотрудников именно работе в интернете, работе в сети интернет, в благосфере, в социальных сетях. Я думаю, что наши коллеги узнают много нового, потому что сегодня к нам приехали московские спикеры, которые работают в этой сфере, являются настоящими профессионалами. Также мы пригласили и наших вологодских коллег, которые расскажут на практике, как они добивались успеха. Будет очень интересно. Сегодня у нас больше 100 гостей, которые пришло на сегодня послушать, узнать что-то новое. Поэтому мы ждем больших результатов. На сегодняшний день очень развивается интернет-журналистика, развиваются социальные медиа. И очень важно понимать сегодняшние тенденции развития и находиться в тренде. Основной упор мы будем рассказывать про управление репутацией в сети интернет. Это очень актуальная тема, особенно с учетом того, что интернет у нас всеобъемлющий, он проник везде практически. Мы каждый день общаемся в соцсетях, мы постоянно ищем информацию в интернете. И очень важно, как о нас пишут в интернете и как читают о нас в интернете. Будем приводить примеры из практики, как одно, скажем, например, неудачное слово повлияло существенно на репутацию человека. Это будет один из примеров. Будем рассказывать об инструментах, как можно влиять на репутацию свою в интернете. Буду рассказывать и про поисковое продвижение, и про управление репутацией немножко, и про мониторинг. Например, прежде чем поехать к вам, я замониторил, сколько Вологда пишет в соцсетях. Порядка 1,5–2 тысяч сообщений в сутки конкретно о Вологде выдают социальные сети. Преобладает ВКонтакте, Твиттер на втором месте. Вот есть Инстаграм, есть Фейсбук, но доля их в сообщениях про Вологду минимальна.